4 октября по всей стране пройдет День гражданской обороны. В тренировке будут задействованы представители исполнительной власти, силы гражданской обороны и службы жизнеобеспечения. Как обычно, будет смоделирована чрезвычайная ситуация, которую предстоит ликвидировать по всем правилам. Будут развернуты сборные эвакуационные и санитарно-обмывочные пункты, городки жизнеобеспечения. Население в мероприятиях непосредственного участия принимать не будет. Задействуют в тренировке лишь сотрудников предприятий, где, по легенде, произойдет ЧС. Сработает и система оповещения. Правда, горожане никаких сигналов в этот день не услышат. Будет она проверена без включения электросирен и демонстрации на радио и телеканалах соответствующих сигналов. Что это означает? Это означает, что данная система, она будет проверена в тестовом режиме.